Что неизвестно, что дальше будет. Он, я тебе говорю, сегодня даже с Катюхой разговаривали. Всех гребут абсолютно. Косых, хромых. Всех забирают. Даже он говорит, у знакомого, говорит, операция была, когда, говорит, ну, через 10 дней забрали. Операция, говорит, 10 дней назад была, говорит, забрали все. Видимо, и у Ксюши Богдана забирают. Она же говорила, что с такой болячкой в армии не служат. Я говорю, да. Я говорю, сейчас не вздох, значит, пошел. Есть такое дело. Ой, так вроде мобилизация же закончилась, нет? Еще набирают. Так это вояк забирают, Саш. А, ну да. Вояк отправляют всех. Что? Так они что сделали? Они мобилизованных ставят на этот самый, на линию обороны. А вояк всех напередок. Так понятно. Саш, а куда этих мобиков напередок? Ты что, издеваешься? У них уже зона, сука, соплями льет. И эти, дают в плен.